Сроки строительства нового камчатского аэропорта могут затянуться. Обширный комплексный список мер поддержки для своих активов направила в правительство России группа Renova, попавшего под санкции США Виктора Вексельберга. В том числе он требует поддержки и для холдинга аэропорта регионов, который должен подстроить на Камчатке новый современный аэровокзальный комплекс, пишет газета «Коммерсант». Так Renova просит изменить инвест-соглашение и продлить сроки строительства аэропортов на Камчатке и в Новом Уренгое. Как сообщалось, в марте наш регион получил первые 3,5 миллиарда рублей на реализацию инвестпроекта по развитию главного аэропорта региона. Общая стоимость комплекса составляет 7 миллиардов. Завершить строительство изначально планировалось в 2021 году. Комплекс сможет обслуживать до 1 миллиона пассажиров в год и будет включать в себя пассажирский терминал, гостиницу на 120 номеров и торгово-офисный центр. Согласно проекту, здание нового пассажирского терминала по замыслу архитекторов будет напоминать вулканический кратер.